добро пожаловать на мой канал. Я поздравляю вас с наступившим 2015 годом. Это первое видео, которое я записываю и которое вообще выходит в этом году. Но я решила, что все-таки нужно подытожить 2014 год и рассказать вам про свои любимые средства по уходу за собой, за волосами. И, конечно же, рассказать про декоративную косметику. Это, пожалуй, моя самая любимая тема. Именно в этом видео я вам расскажу про фавориты и открытия 2014 года. Я покажу именно те продукты, которые я действительно открыла и полюбила для себя в 2014 году. И что ж, давайте не будем затягивать, скорее приступим. Начну я с подготовки лица. Всегда перед тем, как нанести тональный крем, я наношу какой-то праймер. Это может быть обычный крем для лица, либо всегда помимо крема я использую, покажу вам один более бюджетный вариант, другой подороже. Это так называемые, в принципе, затирки пор, и это яичко от Тони Моли. Оно и является у нас затиркой пор. Другое средство от Lancome. Такой эффект действительно получается, что ваши поры, если они где-то расширены, они заполняются. И выглядит любой тональный крем, любое средство, оно выглядит лучше за счет того, что выравнивается кожа. И наношу не на все лицо, а только на Т-зону. Очень нравятся оба это средства. И если у вас расширенные поры, то я советую присмотреться. Больше всего мне нравилось вот это именно яичко, хотя в принципе по своей сути они одинаковую роль играют. Далее, конечно же, тональные основы. И абсолютными фаворитами, открытиями 2014 года стали вот эти две основы. Первое, это крем от Миша в 23 оттенке. У меня это уже второй тюбик, я вам рассказывала, что мне очень нравится. Во-первых, он с сероватым подтоном. Он очень хорошо выравнивает цвет лица, выравнивает сам тон, как смотрится ваша кожа, он с таким влажным финишем, но в то же время у него SPF аж 42, поэтому для лета это вообще шикарный вариант. Я вам рассказывала, как я была в Испании, у меня все сгорело, кроме лица под солнцем, потому что на мне был этот тональный крем, и я могу утверждать, что он действительно просто обалденный, спасает от солнышка, отлично увлажняет лицо, отлично смотрится, и с ним одно удовольствие работать, очень-очень сильно его любила. И второй крем, который у меня тоже сейчас закончился, буквально вот сегодня он у меня на лице, и последнее, что я вымазала на себя, было это Люмине, у меня оттеночек средний, здесь тоже, по-моему, есть у нас SPF, хотя, если честно, я даже не смотрела. Да, есть SPF 20, поменьше, но перекрывает он средний, то есть я не могу сказать, что он все там, если у вас какие-то сильные проблемы на лице, он этого не перекроет, но даже больше среднего, наверное, у него степень покрытия. Он очень легко распределяется даже пальчиками по лицу, не обязательно кистью наносить, хотя я вам сейчас покажу, я, наверное, буду вам показывать сразу же свои любимые кисти. И также он хорошо носится, он не стекает даже летом, я его начала вот летом использовать, он действительно дает, но он дает более матовый эффект, после него не обязательно припудриваться, если вы не любите, то есть вот такой вот действительно, это у меня BB-крем, это CC, но это были абсолютные два моих любимчика, я их обожаю. И давайте сразу скажу, чем я их наносила. Мои самые любимые кисти — это Just 73. Это та кисть, которая со мной уже действительно давно. Мне она очень нравится. Другая кисть от Ika Tools, вот такая скошная. Вот ею я, кстати, люблю очень сильно наносить как раз-таки Люмине крем, CC крем. Очень-очень удобно. И если сравнивать две эти кисти, то с помощью вот этой кисти от Ika Tools расход намного меньше тонального средства, а это, конечно, побольше, потому что в себя еще забирает какой-то процент. И да, сейчас сразу, пока не забыла, покажу вам еще одно открытие. Это был спонжик от Real Techniques, который очень-очень мне нравился, и, наверное, где-то первую половину 2014 года, ну, года пол, я вообще его не выпускала из рук, постоянно им пользовалась. Очень хорошая вещь, удобно прорабатывать под глазками за счет его формы. Нос вообще просто обалденный, но вот потом все-таки опять я перешла на кисти.
И давайте мы с вами поговорим про пудры. Я довольно-таки большое количество пудр использовала, пробовала. Мне много чего понравилось, но абсолютным фаворитом и открытиями, просто вот то, что мне подходит идеально, была вот эта вот пудра, такая неприметненькая. Это фирма у нас Aubrey. Заказывала я на сайте iHerb. Чем она мне нравится? Она дает очень-очень невесомое покрытие, она рассыпчатая, и ею именно хорошо закреплять тон. Поэтому она мне нравилась на 100%, ее вообще не видно на лице, вот вообще, это просто потрясающий продукт. И использовала я вместе вот с такой вот любимой кистью от фирмы Elf, которую тоже заказывала на iHerb. У меня две одинаковые кисти, одна для метеоритов, про которые я как раз сразу хочу вам тоже сказать. Это открытие года. Я много лет смотрела на метеориты, вообще смотрела на... Думала, вот почему люди так балдеют? Ну какие-то шарики, ну что в них такого? У меня не было желания их купить, честно скажу. Но когда я уже попробовала, у меня это оригинальная версия метеоритов. Это не тот продукт, который необходим. Это тот продукт, который больше для души. И если вы любите, прям видно не свечение кожи, а мерцание. Да, потому что все-таки, конечно, его нужно использовать либо как хайлайтер, потому что очень сильно видны эти метеориты на лице, на мой взгляд, при солнце особенно, да, при таком вот свечении. Либо использовать, я использую на все лицо, потому что мне нравится такой эффект, можно использовать как закрепление пудры, но повторюсь, это моя любовь, но это не значит то, что действительно это необходимый продукт, нет, без них можно обойтись. Моя вторая коробочка от акварелла, и я так думаю, что, наверное, я их буду собирать, я пользуюсь каждый день, как только у меня появились метеориты, я не было ни дня, чтобы в своем макияже не использовала их, и использую тоже такую же мягкую кисть, как я вам показывала для пудры. Далее я хочу вам тоже сказать про любимые свои средства по уходу за лицом, вернее не по уходу, а по скрытию каких-то недостатков. Это будет два консилера. Один консилер от фирмы MAC у меня, и я его когда-то купила в Испании, очень сильно я его хотела. Это Studio Finish консилер с SPF 35, и у меня в оттеночке NV20. Мне кажется, из всех он самый универсальный оттенок, который подойдет с моим вот таким вот типажом внешности. Я использовала уже много продукта, он довольно-таки плотный, он перекроет абсолютно любой, не то что любое покраснение, абсолютно любой прыщ, отлично маскирует, да, и единственное, я бы не советовала его вот такие вот вообще вещи использовать под глаза, потому что он очень плотный, и мне кажется, виден-то он не будет, но вот он будет сильно забиваться как-то. А так, так как у меня очень частые проблемы бывают какие-то на коже, высыпания, всегда использую, каждый день использую его, очень-очень он мне нравится. Следующая вещь, которую я купила повторно, это у нас Lumima Jig от L'Oreal, вот такой вот консилер, который по-другому называют как хайлайтер. Использую под глаза, также на носик, скрывать какие-то свои тоже там недостатки можно, и высветлять нужные зоны на лице, очень его люблю. И мне кажется, что вот я попробовала консилер подороже, и могу сказать, что этот даже мне нравится больше. Он не забивается в складочки, он не виден, он отлично высветляет. У меня в оттенке первом light, мне он идеально подходит, удобная кисть, ну просто супер, даже нечего сказать, я знаю, что очень-очень многим действительно тоже нравится этот консилер и сравнивают с более дорогими марками. Дальше, конечно, хочется поговорить с вами про щечки. С абсолютным моим фаворитом того года был, конечно же, вот такой вот бронзер от Benefit Hoola. Он потрясающий. Это моя самая любимая кисть, которая только может быть для нанесения этого бронзера. Это потрясающий оттенок. Это элегантная упаковка. Чем мне нравится? У меня сейчас тоже этот бронзер на лице. Я его использую либо его каждый день, либо из следующей палетки Sleek, которую я тоже очень-очень люблю, эту палеточку. Они между собой похожи. Но все-таки этот бронзер, он дает какую-то такую вот тень, которая... Во-первых, тушуется безупречно, во-вторых, вот сам оттенок для меня он подходит идеально. И они держатся практически весь день на лице. Ну, 8 часов точно он никуда не девается, если особенно так его хорошо нанести. И
Значит, что касается палетки Sleek, это моя самая любимая палетка, которая всегда у меня лежит в сумочке. Это 373 у меня оттенок. Здесь такая вот троечка. И здесь у нас есть бронзер, который мне тоже очень нравится. Румяна, которые я в восторге от них. И хайлайтер тоже просто-просто потрясающий. У меня на лице румяна и хайлайтер сегодня как раз-таки тоже из этой вот палетки. И я всегда ее таскаю с собой. Во-первых, хорошо смотрится. Во-вторых, очень хорошо тушуется. Для румян я использую всегда вот эту вот кисть от Real Techniques. У меня уже даже надпись на ручке стала стираться. Очень мягкая, удобная у нее такая вот форма, видите, за счет того, что она вот такая вот немножечко как бы скошенная. И отлично все тушует, несмотря на ее размер. А для хайлайтера я использую всегда вот такую вот кисть от Real Techniques, извиняюсь, которую можно и под бровь, и также нанести хайлайтер. Очень-очень быстро и удобно. Так что это мои самые-пресамые любимые продукты. Теперь я хочу вам рассказать про любимые тени. Я думаю, кто смотрит меня давно, все знают, что я исполнила свою заветную мечту. Я год смотрела, как другие девчонки рассказывают про тени от Urban Decay. Я хотела их заказать, и я никак их не заказывала. И когда я была опять-таки в Испании, я купила себе две палетки. Я купила себе Basics палетку и вторую. И также я увидела там третью палетку, но я ее не купила. Я ее уже потом заказала. Ладно, давайте поговорим про сами тени. Это просто шикарная пигментация. Это удобные упаковки, в которых есть зеркало, есть кисть. Кстати, сегодня за счет того, что я все свои любимые кисти помыла, не хотела, конечно, относясь к вам с уважением, мне не хочется в кадре показывать кисти только что использованные, даже пускай один раз в макияже. И я сделала макияж глаз полностью при помощи кисти, которая идет в наборе. Очень-очень удобно, кстати, и тушевать, и наносить, и под бровь вот этой кистью я все нанесла. Сегодня у меня на глазах макияж выполнен при помощи второй палетки. Одни из моих последнее время любимых цветов стали, ну, Tease всегда был, Foxy тоже, а вот Half Baked, потом Booty Call у меня под глазами, кстати, этот цвет, и Choppa, тоже мне очень-очень нравится этот оттеночек. Что касается третьей палетки, я боялась, помню, ее покупать, потому что она, как известно, в таких вот прям розовых оттеночках, но я могу сказать, что я не пожалела абсолютно ни разу, что я ее взяла. Это вот на самом деле, это моя самая любимая палетка стала, именно третья. Вот так вот выглядит вторая, третья, думаю, видно, что они так очень сильно отличаются. Я очень-очень сильно люблю третью палетку. Что касается палетки Basics, то здесь в наборе у нас нет... Ой, чуть не уронила свою палетку. Здесь нет кисти. Но чем она прекрасна? Эту палетку я всегда беру с собой, когда иду куда-то кому-то там с ночевкой к подружкам или куда-то собираюсь, потому что все есть для макияжа, как для дневного, так и для вечернего. И здесь просто шикарный вот этот оттенок Venus, который под бровь можно использовать либо вместо хайлайтера. Они просто супер. Девчонки, если кто-то еще не купил себе палетку, не попробовал и, не знаю, там жалеет потратиться, честно, вот я вам скажу, я очень многие палетки свои раздала, все остальные, только потому, что я взяла вот их. Это супер. Также я очень хотела себе вот этот оттеночек от MAC Hox, в цвете Hox. Это действительно безупречный такой цвет. Они получаются... Во-первых, они сатиновые. Они отлично тушуются, эти тени. И я всегда наношу их в складку. Вот чтобы растушевать любой оттенок, сделать красивый какой-то переход... Этот цвет, он просто потрясающий. Когда-то, конечно, насмотрелась видео Елены Крыгиной и взяла. Абсолютный фаворит, тоже использую практически в каждом своем макияже. И хочу вам показать один свой любимый цвет из палетки Limoni. Мой самый-самый любимый цвет, который я уже затерла до дыр, который вот так вот выглядит, в 0,7 оттенке. Девчонки, очень мягкий. Кто ищет и хайлайтер тоже для себя, и оттенок какой-то вот под бровь, то я вам могу его посоветовать. Очень красиво смотрится, просто шикарный. Он с таким немножко золотым отливом. С
супер смотрится. Ну и давайте поговорим, конечно, про кисти, которые я использовала для нанесения теней. Моими самыми любимыми кистями для вообще нанесения, для растушевки остались это MAC 217, MAC 219. Замену нашла в фирме Valerie D. Очень понравилась кисть из козочки 5M813DO. Такая классная кисть. Незаменимая моя кисть для нанесения теней от Real Techniques из набора и для акцентов. Она так и называется, кисть для акцентов. Это мои самые-пресамые любимые были кисти для нанесения теней, без которых, вот мне честно, мне сложно даже делать макияж. Как я уже сказала, сегодня делала без них. Да, вроде все легко выполняется, но когда уже рука набита под определенные кисти, и они очень-очень мягкие, очень хорошие, я в восторге от них. Дальше хочется поговорить с вами опять-таки про глаза, но теперь уже давайте про карандаши и про подводки. Я хочу сказать, что у меня подводкой была самой-самой любимая долгое время от Essence, но ее перестали выпускать. Помните, в таких тюбиках твердая подводка была. И в конце этого года я попробовала подводку тоже от Essence из осенней их коллекции. Она называется жидкая подводка матовая. И вы знаете, я в восторге от нее, у нее очень-очень, это моя вот действительно самая любимая подводка сейчас, на данный момент. У нее очень удобная кисть, которая легко прорисовать как тоненькую, так и толстую линию. Она не осыпается, она отлично смотрится, она становится действительно такой матовой, красивый цвет, вообще она просто-просто шикарная, могу посоветовать. Также мне очень нравится подводка от Art Visage, но у нее уже такой наконечник более твердый, наконечник, ну, сама кисть фетровый, да, и как бы все хорошо, только один есть минус. То, что я все время, не знаю, может, у меня руки не из того места, но я всегда цепляю ресницы, и получается то, что потом, когда крашу ресницы, остается сама вот эта подводка, и мне немножечко тяжело становится работать. Дальше, мой самый незаменимый гель для бровей, тоже когда-то взяла в Испании, это тушь для бровей от Benefit. Сейчас у меня подружка в Москве, я ей заказала, чтобы она мне обязательно его привезла, так как у нас, к сожалению, в Ильдабате не продают продукцию Benefit и нигде вообще. Это просто супер потрясающий продукт. У меня здесь уже ничего не осталось. Во-первых, хорошо прокрашивает как сами сами волоски на бровях, так и кожу можно прокрасить, если вы хотите. Держится весь день, не осыпается, нет ощущения, что у вас деревянные какие-то брови. Это самое лучшее средство, вот честно, которое я когда-либо пробовала, и оно стоит каждой своей копеечки. Лучше ничего просто нет. Потом моим открытием были карандаши от Art Visage для глаз. Это лучшие карандаши, которые пробовала я, честно. Потому что вот даже если сравнить с карандашом от Dior, для я брала водостойки для водной линии как раз-таки. Он хороший, я его почему и показываю, потому что да, он неплохой, но он не шикарный. И плюс этого карандаша, что он нигде потом не влазит за границы, то есть не отпечатывается, от Art Visage могут, но если для прорисовки или, например, там для карандашной техники, они просто шикарны. И также открытием был вот такой вот карандаш от фирмы Physicians Formula, да, по-моему, да, и тоже для водной линии, мне он очень-очень нравится, он настолько красивенький для вот водной линии. Я всегда, когда если делаю, например, какой-то тяжелый прям макияж глаз, я тогда использую его, чтобы немножечко приоткрыть глаза, если, например, у меня все там затемнено вообще. Это мои самые любимые вот средства. Давайте с вами поговорим про губы. И начну с того продукта, который у меня сейчас на губах. Это фирма Art Visage. Я влюбилась в помады от Art Visage. Честно, качество лучше люксовых. Это вот мое мнение. И у меня сейчас на губах 40-й оттенок. Вот такой вот очень-очень красивый, насыщенно-розовый, немножко переходящий в алый. Я не помню, как точно называется серия вот этих вот помад. Потом также у меня Art Visage любимица в 502 оттенке, вот в таких красных их упаковках. Она безумно мятая, мятая, она безумно мягкая, она отличная, они
заметьте, как они пигментированы, девчонки, и очень хорошо держатся. Вот эта помада, например, она с губ сходит вся. Вот, то есть вы кушаете, и она вся сходит, и остается чуть-чуть сам пигмент. Вот эта помада, скажу честно, она, знаете, как контур останется, внутри вы все съедите, но не проблема подкрасить, да, в принципе. И она тоже мягенькая, очень-очень приятная, девчонки, супер помады. Также в прошлом году я очень любила бальзам от Carmex, но, правда, не вот в таком стике, а в, я вам вставлю фотографию, в жестяной такой баночке, это просто было супер средство для восстановления губ. Любила очень я Baby Lips от Maybelline, именно вот этот вот розовенький. Он настолько приятным запахом, он дает вот такой розовый оттенок губам, который, кстати, держится неплохо, как тинт такой для губ. Моим открытием был максимайзер от Dior, и я долго его не покупала. Я думала, что это полная ерунда, но когда я попробовала, как холодит губки, как он их визуально увеличивает, и просто насколько приятный для меня лично продукт, обожаю. Это моя вторая упаковочка, подарила подруга, безумно рада, потому что вот это тот продукт, который буду покупать и покупать однозначно. Моей одной из самых любимых помад была вот такая вот от Vape, Vape Organic Beauty. Я вам про нее рассказывала, это 418 у меня оттеночек, на Naturissima можно заказать. Для лета вообще это просто идеальный нюд, вообще у меня столько эмоций просто она вызывает. Запах у нее не скажу, что очень приятный, она натуральная. Запах у нее немножечко, будто она чуть-чуть старовата, но она супер держится на губах, очень-очень красивая. Губы может немножко подсушивать, но совсем-совсем немного. Ну и напоследок я хочу вам сказать, рассказать про свои самые любимые парфюмы. Неизменным остался у меня Amor Amor, пользовалась на протяжении всего года, когда я не знаю, чем подушиться. Мой выбор падает всегда на него, очень-очень люблю я сладкие такие ароматы, и когда остается такой сладкий шлейф. Другим парфюмом был вот этот от Lanvin, это второй тоже тюбик, уже вторая упаковочка, он очень сладкий, он очень приятный, и пользовалась также больше всего, наверное, на протяжении всего прошлого года, очень-очень мне нравится. И открытием были вот сухие, такие твердые духи от фирмы Le Soft Parfum. И моим самым любимым стал, вот мне очень стал нравиться последнее время стриптиз аромат и Copacabana, очень-очень нравится. Вообще все они классные на самом деле, и для лета, я знаю, вот летом я стала ими пользоваться, осенью пользовалась, и мне нравится после душа ими пользоваться, когда ты чувствуешь вот этот, это натуральные абсолютно духи, когда ты чувствуешь тоже вот этот шлейф, как-то поднимается настроение, в общем... Это вот мои любимые были продукты. Я извиняюсь, что видео получилось очень долгим. Я не могу сделать на тяп-ляп, рассказать там мои 10 любимых продуктов и все. Честно, я не могу их выбрать, потому что был целый год, и столько всего действительно я для себя открыла и полюбила. Я и так не показала какие-то свои любимчики, например, там тушь или праймер под тушь, или, например, праймер под база под тени, которыми я пользуюсь уже несколько лет подряд, и это остается моими неизменными любимчиками. В общем, я надеюсь, что это видео было полезным, было интересным. Пишите, что вы любили больше всего в 2014 году, либо что вы можете посоветовать. Не забывайте заходить на мою страничку в Instagram, там вы можете все увидеть самыми первыми. В моей группе ВКонтакте мы всегда что-то обсуждаем, выкладываем наши покупки, в общем, общаемся на разные темы. Так что обязательно заходите. Спасибо за просмотр, за то, что вы были со мной. Еще раз с Новым вас годом и пока-пока!